игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Что из этого получится, узнаете на EA TV. Добро пожаловать на футбол. Этим вечером именно он собрал нас вместе. Меня зовут Георгий Черданцев. Со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет. Отличная игра впереди. Обе команды в хорошей форме и готовы выложиться по полной. Что-то подсказывает мне, что матч получится отличным, Константин. Здорово работать на таких стадионах. Здесь все связано с футболом и сделано так, чтобы всем, кто пришел на игру, было максимально комфортно находиться на арене. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Забрать мяч не получилось, у вратаря он в игре. Очень хорошая позиция у него была, но это все в прошедшее время. Была да сплыла. Георгиев. Здорово играет в отборе. Итак, выпускает на поле тренер нового игрока. Да, получает парень отличный шанс показать себя. Теперь главное не переволноваться. В том, что касается понимания игры, ему нет равных. На адаптацию наверняка потребуется какое-то время, но в перспективе ему под силу стать ключевой фигурой в центре поля. Мяч в центр штрафной летит. Выше проходит мяч. Хороший удар, но точности немного не хватило. Отличный отбор, соперник остается без мяча. Очень хорошо на игру читает, мастерски. И мяч возвращается к ним. И там есть кому мяч принять. Опас. Такой бывает. Это автогол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. На этом все. Атака закончена. Мяч ушел за лицевую. Удар от ворот. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Мяч переходит к сопернику. Выбивает мяч игрок. Мяч у них на чужой половине.
Отлично сыграно, мяч перехвачен. Ушел мяч за лицевую, но после рикошета, так что угловой. В центр штрафной, мяч с углового летит. Выбили мяч из штрафной. Не дает мячу пройти дальше, здорово сыграно. Пас дальше не прошел, перехват. Удар. Не самый удачный удар, вратарь на месте. Атака продолжается, уверенно идут вперед. Хорошую игру в пас они показывают. Он хорошо держит мяч, и отнять его пока не получается. Отличный отбор, соперник без мяча. Хороший пас, вверх и вперед. Голкипер ведет мяч в игру, повезло им сейчас откровенно. Иванов. Георгиев. Через одного игрока атака сейчас развивается. Судья добавляет одну минуту. И на этом первая половина матча заканчивается. Свисток судьи отправлен. Мы продолжаем. Впереди второй тайм. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Идут они уверенно в атаку. Очень опасно могло быть. Атака остановлена, но кто получит мяч? Штрафной мяч, опасно может быть. Пас за пасом следует, много передач и владения мячом. Они показывают, что умеют с ним обращаться. Не смогли они сохранить мяч, хотя все было неплохо задумано. Они ждут свой шанс. Уверенно мяч держат. Попадает под прессинг. Потеря. Все, в оборону. Очень опасно может быть. Георгиев.
Они идут вперед, и соперник не может их остановить. Из-за боковой мяч будут вводить. И без мяча они остаются. Хороший переход в атаку. Нужно продолжать. И есть блок. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. И пас, еще пас, и пас. Хорошо бы принять такой пас. Классно сыграно. Вот это да, отлично сыграно. Вот, навязывают ему борьбу. Забивай же! Хорошо, вратарь играет. По всем показателям счет должен был становиться равным, но нет, у вратаря свое мнение. Мяч потерян. Блестяще он с соперником разобрался. Удар! Сохраняется разрыв, один мяч. Дает вратарь еще шанс своей команде вытащить хотя бы ничью в этой встрече. Включается в центр. Это может быть опасно. Не получилось у них атаку развить. И мяч у соперника теперь. Разница минимальна. В этой атаке нужно обязательно забить. Возможно, это последний шанс, чтобы сравнять счет. Вот-вот прозвучит свисток об окончании второго тайма, а у гостей по-прежнему проблемы. Они проигрывают, и нужно продолжать идти вперед. Очень непростой матч получается, особенно в атаке. Всего один мяч на две команды за почти полную игру. Если и случится второй гол, то он точно окажется последним на сегодня. Он сыграл нестандартно. Пошла подача в штрафную. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Последнюю секунду мяч выбит. Есть у них возможность увеличить счет. Угловой подавать будут. Есть подача в штрафную. Очень вовремя защитник играет на вынос. Еще раз с угла подавать будут. На другой фланг мяч переводит. И все на этом. Гости не смогли отыграться. Они проигрывают этот матч. Качественный матч провели обе команды.